Директор школы Арват Виктор Николаевич. После 7-го урока мальчишки решили проверить, как будет действовать антисептик, которым они пользуются ежедневно, с Кока-Колой, которая тоже у них была с собой. Вот. Ну, ничего не произошло, в общем-то, никаких реакций не было, поэтому на этом, в принципе, все закончилось. Но одна из одноклассниц решила еще и попробовать, какой он будет по вкусу. Естественно, медсестра вызвала скорую помощь для того, чтобы все-таки, ну, не дай бог, не причинить вреда ребенку. Все, скорая отвезла его в детскую больницу. Ну, в течение 30-35 минут они на это все посмотрели и отправили их домой. Все, ребенок был дома, в добром здравии. Сегодня отпросилась побыть один день дома, вот, потому что там, к сожалению, как я понимаю, больше страха было. Вот. И на сегодняшний день она, в общем-то, жива-здорова, завтра будет в школе.